Тема 743. Дизайнерские схемы вышивки крестом. Как дизайнер по костюмам, проработавшая 15 лет в киноиндустрии, бросила работу, чтобы заняться своим делом, разработкой дизайнерских схем вышивки крестом. Вышивание крестиком давным-давно устарело. Но как хочется возродить этот вид рукоделия. Подумала художница по костюмам Джоди Райс. И бросила свою увлекательную работу в киноиндустрии, которой она посвятила 15 предыдущих лет, полностью отдав себя созданию новых дизайнов вышивки крестом. Она сама любила вышивать крестиком, но заметила, что схемы, которые предлагаются рукодельницам, слишком простые и неинтересные. Она начала создавать свои, вдохновляясь работами художников Мэри Блэр, Чарли Харпера и Александра Жерара. Открыла свой магазин на Etsy, etsy.com/shop/satsuma-street, и начала выставлять свои работы. Первые ее работы были посвящены известным городам. И, между прочим, спрос на подобные вышивки существует до сих пор. Существуют поисковые запросы под такой вид творчества. Eiffeltower Cross-Stitch. Paris Cross-Stitch. London Cross-Stitch. Именно поэтому работы дизайнера достаточно быстро начали продаваться. И не зря она говорит, что для успешного ведения бизнеса самое главное – знать спрос. Она знает спрос, поэтому в ее магазине на сегодняшний день более 54 тысяч продаж.